Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Амнезию. Я не играл в нее уже порядка дней 5, наверное. Все никак не было времени, поэтому нужно вспомнить маленько, где я нахожусь, как тут что. Так, ну с управлением тут, конечно, проблем возникнуть не может, потому что оно просто элементарное. Так, ну у нас все в порядке. Давайте мы сможем поджечь эту люстру. Видимо, нет. Хорошо, так. Что нам вообще тут надо делать? По-моему, я отсюда пришел. Да, вот путь я пришел сверху, я помню. Лаборатория, которая у нас закрыта. Так, а может быть ее... лопатой? Как-нибудь... вот... видимо, нет. Да, не хочет. Ну ладно, что-то я вперед не иду, все боюсь. Но давайте выходить в большую залу. Оттуда доносятся какие-то страшные крики. И там я вижу чей-то труп. А в целом довольно-таки уютно. Если, конечно, не обращать внимания на труп, над которым бьются мухи. Масло. Масло — это хорошо. Так, ну с маслом у меня вообще пока полный порядок, конечно. Опа-на. Так, что это такое? Я что-то сделал, но что именно, я, честно говоря, не понял. Ну да ладно. Сделал и сделал. Что бы это ни значило. Там, насколько я помню, наверху была парочка механизмов. Возможно, я с ними что-то сделал. Ну да ладно. Давайте на труп посмотрим. Ух ты, блядь! Помоги мне. Потяни за выключатель. Какого ты хера? Пожалуйста. Помоги мне. Ага, я сейчас потяну за выключатель, у меня какая-нибудь жопа настанет, да? Потяни за выключатель. Это вот это? Рядом. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. Почему звук отсюда а идет? Тебя? А, вот кто у нас Агриппа. Тебя зовут как пророка брошенного ко львам? Скажи мне, Даниэль, львы уже окружили тебя? Ты хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр без помощи. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери их. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и трансепте мальчиковой. Они должны быть там. Так, понятно. Нам нужно собрать сферу, да? Пара рычагов на верхнем этаже не работают, судя по всему, из... Так, надо сходить наверх сначала. А потом уже пойдем дальше искать сферы. Так. Да, что-то меня не вызывает особого. Не хочу тебя вновь беспокоить, но... Если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? А нахер ты мне нужен? Я знаю, это звучит глупо. Только взгляни на меня.
Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне. Он работал над тем, как спасти меня. Над эликсиром, который освободил бы меня от этого дряхлого тела. Так, нам дали еще один квест, похоже. Так, умирающая Агриппа ищет записку от имени... от человека по имени Иоганн Вейер. Понятно. Все интереснее и интереснее. Ах, этот. Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Ладно, понятно, короче. Парень не прочь у нас поболтать. Повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь способ починить его. Видимо, еще подсказку какую-то давал. Ну ладно, первый дружественный персонаж у нас за всю игру, насколько я помню. И, как мне подсказали в комментах, буквально на днях, наши самые образованные зрители, Агриппа — это реально существующий исторический персонаж. Фамилию я его не помню. Но, тем не менее, был такой персонаж, и его сюда вплели примерно так же, как Эдгара Говера в «Зове Ктулху», для придания атмосфере реалистичности, или как это еще назвать. Ну, в общем, такие вот любопытные детали. Так, ну ладно, давайте мы вернемся наверх. Я, конечно, уже смутно помню, что тут... И, кстати, знаете, у меня есть такое ощущение, что, возможно... Мы уже где-то не очень далеко от конца игры. Делай там то, что нужно сделать. Ладно. Так, я что-то разболтался, а ведь это амнезия, это такая игра, где нужно постоянно быть начеку. Допустим, вот я играю сейчас в Фир. Там пугающие моменты, конечно, очень страшные, но они перемежаются с боевыми. То есть с перестрелками. И дают возможность разработчикам как бы тебе отдохнуть. То есть вообще, ну как бы маленько передохнуть, переключиться на что-то более веселое такое. А здесь же постоянный безостановочный ужас. Игра вообще с тобой не цацкается. Она готова просто, блин, порвать тебя в клочья. Да, вот рычаги. Так что здесь постоянно надо быть наготове. Так, ну давайте попробуем. Ага. Хорошо. Так, что мне это дало? А, ну все, исчезла эта запись из воспоминаний. Наполним фонарик. Сколько у нас там вообще? Ну, довольно-таки неплохо, я бы сказал. Так, ну и все, возвращаемся вниз, видимо. Это я оставил дверь открытой? Блин. Надеюсь, что я. Потому что... Да, похоже, я что-то потерял нюх за те несколько дней и разучился закрывать за собой двери. Это может плохо кончиться, если какая-нибудь тварь сзади появится. В те моменты, когда... Да, все двери оставил нараспашку. Ты зашел слишком далеко, Даниэль. Придется тебя остановить. Тихо. Дальше ты не пройдешь. Прости, друг. Какого? Так, подождите. У меня опять тараканы в голове начинают бегать. Надо маленько прийти в себя. Так, мы что-то, видимо, сделали правильно, потому что мне не очень нравится, честно говоря, то, что он сказал. Видимо, внизу нас ждет что-то не очень хорошее. Ну, какой у нас есть выбор, как обычно в этой игре? Выбора у нас нет, совершенно. Придется переться вниз. Ух, какая стрёмная игра. Так, лаборатория. Хорошо, мы возвращаемся. Судя по всему, наверху пока что делать-то особо больше нечего. Так, и...
хотел, мой мальчик? Ты открыл дверь? Отлично. Я знал, что ты справишься. Что характерно, голос идет вот из этой штуки. Меня зовут Генри Корнелий. Это непонятно, я бы сказал. Знаешь, когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этих останках. Не знаю, как долго. Возможно, века. Так, ладно, давайте двигать дальше. И тут у нас развилка. Насколько я помню, когда я в прошлый раз приходил, эти двери были закрыты. Видимо, я их рычагами открыл. Блин, и тут слишком много, по-моему, стрёмных, темных мест. Ну давайте по часовому порядку, что ли, начнем с этой двери, потом зайдем вперед, потом будем надеяться, я поступаю правильно. Блин. О, а, блять, это тихо. Твою мать. Блин, будем надеяться, оттуда ничего не вылезет. Потому что если оттуда что-то вылезет, я просто стану дураком. Не очень-то глубоко, кстати. Скотина. Так, это что такое? Зачем я это делаю? Он же сейчас, сука, вылезет. Нет, нахер, нахер, быстрее назад закручивай. Не надо нам этого, не надо. Так, ладно, запомним. Здесь есть колодец с веревкой. И внизу страшная скотина. Так, приди маленько в себя, Артур. Давай. Я-то в порядке, вернее. Это Даниэлю опять плоховато. Так, ладно. Похоже на Риджинс Бар. Блин, зачем я играю в нее ночью? Трансепт. Да уж. Полная таз. Ой, не надо. Только, блядь, небольшие такие открытые пространства. Охереть. Так, в пентаграмму я вступать не буду. Ни за что. Только не в этой игре. Не чудится, барон. Сколько? Прошу день. Этот, приготовьте его. Так, ладно. Здесь, видимо, людей в клетках держали. Что мы имеем? Ладно, надо собраться. Надо собраться. У нас есть винтовая лестница наверх. У нас есть очередная развилка на три двери. Давайте сначала наверх сходим. Только он что-то не хочет по ней особо лазить, честно говоря, по этой двери. Так, там у нас светло. Вроде бы тихо. Блин, только пускай за этой дверью никого не будет. А? Там что, шевеления какие-то, что ли? Ладно, вроде бы никого. Блин, меня вымораживают эти картины. В данной игре меня
что шевелится. В данной игре меня все вымораживает. С этой игрой, блин, дураком можно стать. Железный нерв надо иметь. Так, ладно, трудница. Нам в очередной раз дают оружие, и мы в очередной раз не можем его использовать. Почему бы, допустим, не швырнуть вот так вот в рожу, скажем, тому же монстру. Так, а что у нас здесь? Веревка. Для чего она нам может пригодиться? Прочная пеньковая веревка. Ладно. Пока что вроде все спокойно. Очередной дневник. Читаем по нашей методе. Я довольно быстро проматываю, вы читаете на паузе. Ой. Я, к сожалению, выключил вместо того, чтобы... Так, вторая страница. Хорошо. Я надеюсь, вы все прочитали. Так, ладно. А что это там у нас? Очередная эта непонятная хрень. По тебе ли я скучаю больше всего, любовь моя? Или же по себе? Я знаю, чем я стал. Я не слепец. Для них я чудовище. Дьявольский принц в черных горах. И ничто в их глазах не оправдает меня. Орден Черного Орла. Прям-таки орден Дагона. Страшится меня. И после поражения Наполеона они рано или поздно потребуют мою голову на блюде. Я должен исчезнуть из этих земель. Сейчас все должно сработать. Или если я не вернусь домой сейчас, мне конец. Кто это писал? Кому это адресовано? К сожалению, история умалчивает. Но тем не менее, для развития сюжета такие вещи пригодятся. Так, я не смогу вызвать Джина с этой лампы. Видимо, нет. Так, сзади-то у нас ничего. Видимо, нет. Хорошо, все похоже. Мы взяли тут веревку и можно уходить. Это что за томик такой увесистый? Так, ладно, уходим. Погодите, а это что? Это вентиляция у них такая? Ну ладно, хоть и заботились о вентиляции, потому что, насколько помните, я вначале возмущался. То, что там нет вентиляции. Она мертва? Блять. Какое жуткое место. Какое жуткое место. Блин, лучше бы сейчас никому не появляться. Я сейчас просто кони двину, если что. Так, ну три двери. Развилка. Пойдемте в левую. По часовому порядку все будем. Опять, блин, пентаграмма. Блять. Сколько у меня трутниц? 32. Нет, блин, жалко. Ну давай одну. Охереть, куда я забрался? Это какая-то пыточная, что ли? Блин, лучше бы там никому не быть. Лучше бы никому. Охереть! Так, о, шкаф. Видимо, он тут... Неспроста. Так. Соберемся с мыслями. Тут у нас... что это? Осколок сферы. Отлично.